пришел вот на рыбалку, на озеро. Вот. От города 5 километров. Вот, по сугробам шел. О, рыбалка уже трудовая у нас. Чуть больше часу, наверное, где-то шел. Сейчас 20 где-то. Вот тут такое озерко. Озеро, конечно, капризное, но рыба тут есть. Погода хорошая, теплая, но ветер немножко есть. Но ничего страшного. Сейчас попробуем, порыбачим. Сейчас буду выставлять жерлицы. Ну все, погнали. По-моему, сработка, да. Что-то больно слабо тянет. Окунь, что ли? Слабовато что-то тянет. Или щучка мелкая. Что же там может быть-то? Блин, по-моему, это жипса содрал, конечно. По-моему, окунь. Потом тут надо попробовать на балансир выцепить его. Фух, там жерлица сработала. До этого там тоже была сработка. Живца спер. Наверное, опять окунь там ударил. Козел. Сейчас посмотрим. Размотал почти полностью. Хрена нету, что ли? Нету. Живец здоровый. О, весь покоцанный. Весь пожеванный. Это окунь. Сработка там, друзья. Посмотрим сейчас. Если не самострел или не окунь опять. Да, одолели уже эти окуни. Ударил, да ушел, что ли. Непонятно что-то. Опять окунь. Или живец здоровый сам. Дернул. Блин, самуха, а? Сошел, бля. Окунь был, походу, отпустил возле Лункина. Отдалили, хорошенький был. Сейчас я тут потом на балансир порыбачу. Сейчас, друзья, будем обедать. 20 жерличек поставил. Были, так, 5 сработок, по-моему. Все окуневые. Щука пока молчит. Обедаем у нас сегодня на обед солянка, которую я сварил в афганском казане. Супер обед. Сейчас пообедаем. О, солянка наваристая. Сейчас покушаем. Всем приятного аппетита. Вкусно. Еще на свежем воздухе.
Пообедать не дают. С работочка вон. По-моему, тоже была сработка. Буду опять окунь ловить. Одолели меня уже эти окуни. Да, окунь. Тут уже сработка была. Окунь бьет. Опять эта же жабличка. Сидит тут. А есть кто-то. Ух ты. Ух ты. Ух ты, друзья. Не вылазит это. Щука, оказывается. Нифига себе. Хорошая щука. О, килограммчик есть. А я думал, окунь нафиг. Это да. Я думал, окунёк нафиг. О, есть первая рыбка. О, да. Такой, ну, больше килограмма даже. Хороший щупак нафиг. Вот бляха-муха, а. Обедать не дают. Фух, там тоже вон сработка. Самая дальняя. Только что он щуку вытащил, не успел зарядить жерлицу. И опять сработка там. Сейчас посмотрим, как обычно всегда самая дальняя. С одного конца на другой конец бегаешь. Размотки нету, но тут запуталась. Походу, да. Нет, живец на месте. Ну, это уж точно окунь, походу. Походу, окунь ходит. Фух, только покушал и сработка. Смотрим. Что за щудик там балуется. Взял на. Вытащил мне щучку. Теперь надо щучку купить. Горячий чай. Что там буянишь, а? Две щучки килограммовые. Конфетки. Будем. Сработка там. Эта жерлица уже третий раз срабатывает. Нифига. Попадается. Крутит, крутит. Только что крутило, друзья. И не слабо. Черный мордин. Щучка черная. Грамм-то на 700, наверное. Пойдет на шарюху. Вот кто у нас хулиганил тут. Я думал, окунь.
Этот у нас кило 450. Ничего себе, я думал, килограммовый. Кажется, больше. А это чудо, что штука. Висит на стоять, Казбек. Сейчас посмотрим. Второй, который попался, ну-ка. Кило 205. Нормально. Опять сработка. Ползать-то. Хреново тут так. Налить. Вроде кто-то есть. Гребличка даже тонет, вода налить. Кто-то держит борту. Блин, вот гад, а! Содрал нафиг живца. Гаденыш, это точно, по-моему, окунь. Хотел уже домой идти, вот пошел только. Смотрю, сработка. Что там? Посмотрим. И живцов я выкинул, точнее отпустил. Размотка почти полностью. Офигеть, тут налить нафиг. Нету. Размотал, добросил. Живец весь изжеванный. Ой, весь раненый. А живцов больше нету хороших. Всех отпустил. Офигеть, тут налить надо. Ребята, у меня сегодня такой лов, полторашку, кило 200, это 700, наверное, такой. Жалиться снимать не буду сегодня, ставлю на ночь. Завтра еще раз приду, посидим, порыбачим, смотрим продолжение, в общем, следует. Щука в воде есть. Вот, посмотрим. Давайте. До завтра, ребята. Приветствую всех! Вот второй день рыбалки у нас сегодня. Тут у нас, о, какая каша.
на озере. Жердячки утонули куда-то, не видать. Там уже на свободке. Флаг только видать. Сейчас. Будем проверять. Смотрим. Сегодня будет пипец у нас. Каша везде, вода стоит. Все, погнали. Побегаем, порыбачим. Вот у нас свободка это что ли такая. Ох, не поймешь что ты. Ох, фига себе. Размотка есть. Размотала почти полностью. И ничего нету. Да. Пусто. Утащил, гад. Пусто, пусто. Тут, короче, сработка была еле-еле. Жаблички нашел. Размотка полностью. Это мусор, что ли, идет, что-то тяжелый. Ох, чука, что ли там сидит? Есть кто там? Нифига себе. Я щучка вон. За край губы вон зацепилась. Фу, около килограмма есть. Есть рыбка, друзья. Есть. Какой сильный. Озерные щучки, они сильные. Пипец, нафиг, все жаблицы у меня утонули нафиг. Там он тоже флаг, только видать, жаблички нету. И пока там плавай. Что-то я здесь жабличку не могу найти. Фига себе. Щуку что ли утащила. Не видать что-то. Офигеть. Вот это налить, друзья. Вот это да. Два дня подряд хреново побачить на озере. Нет уже жерлички, прикиньте. Офигеть. Офигеть. Офигеть! Вот это да! Потерялась у меня жабличка. Вот же лунка здесь была. Куда она делась нафиг? Непонятно что-то. Пластмасска же должна оставаться. Вот лунку нашел. Жаблицы нету. Да, видимо, щука утащила. Вот тена. Офигеть можно. Как так по пластмаске даже нету. Короче, не нашел я ту жаблицу. Тут тоже хрен поймешь. Куда она делась нафиг? Офигеть. Не видать жерлички. Куда она утонула тоже? Офигеть. Тут тоже хрен пойми, где жерличка нафиг. Первый раз такого нету. Офигеть. Лунку нашел. Жаблички нету. Понял ни хрена. Нашел. Жабца нету. Да. Офигеть, там тоже нафиг. Жаблички все утонули куда-то. Все надо искать. Офигеть. Ребята, сегодня все жерлички ищем вот так.
На озере лучше жерлички не оставлять на ночь. Если налить есть, выходит вода, лучше не оставлять. Да. Где она сейчас, хрен его знает. Копайся тут, на сейчас. Надо проверить 6 шевлиц. Да. Это жесть, ребята. Офигеть, нафиг. Тонем, нафиг, тонем. Тушки все застыли. Вот так застыло. Офигеть. Сейчас пойду убить лед. Поставлю по новой. Катушка сырая, сейчас замерзнет. Вода опять замерзнет. Балка у нас сегодня так себе. Офигеть. Все, проверил все жерлицы. Около 2 часов, наверное. Искал их. Одну сломал, одну потерял, где-то не нашел ни хрена. Вот так помог немножко. Палка сейчас трудовая. Снега много. На озеро налить. Вот одна щучка. И тишина. Глухозимие. Вчера поклевало нормально. Сработки были. Сегодня тишина. И погода вроде солнечная. Щука почему-то не любит солнечную погоду. Не знаю почему. Пасмурную погоду хорошо не клюет. Время у нас уже 1 час. Пообедать надо. Пообедаем сейчас. Все, ребята. Рыбачил. Нахожусь тут уже около 4 часов. С утра, это муж рано утром она взяла. Вот, солнышко уже садится, надо топать домой, нам предстоит еще путь нелегкий, надо в озеро налить стоит и идти топать домой. Все, ребята, до новых встреч. Увидимся. Всем пока.